Если вы решили прикупить продуктов или теплых вещей к зиме, вам сюда, на ярмарку. Белые палатки уже традиционно базируются у кинотеатра «Искра», позволяя многим видновчанам купить самое необходимое недалеко от дома. Шла мимо и зашла, да, как раз. Нечасто, но покупаю. Как вам здесь продукты, ассортимент? Нормально. Помидорчики вот хорошие по 150 рублей. Цены в магазине дороже. И плохие перцы. В магазине 90, а 270. Овощи и фрукты на ярмарке представлены в огромном ассортименте. И это неудивительно. Сейчас осень, пора урожая. Абрикосы последние 100 рублей. Это персики у нас ананасовые идут уже. Обычные персики желтые, внутри сочные, сладкие. Нектарин последний урожай. Груша, дюшес. Ягоды сезонные, допустим, сейчас пошли. Клюква, брусника и калина, облепиха. Ну, также вот яблоки очень хорошо идут сейчас. В качестве продуктов можно быть уверенными. Теперь лаборатория Ленинской районной ветеринарной станции здесь же проводит исследования и дает разрешение на торговлю. Но большую часть торговых рядов занимают палатки с непродовольственными товарами. А вот от этой палатки просто веет теплом. Здесь шерстяные вещи продают. Скоро зима, и, кстати, будут и носки, и варежки. Скажите, из чего у вас варежки? Верблюжья шерсть. Верблюжья шерсть. Угу. А можно померить? Да. Я думаю, в таких варежках руки зимой не замерзнут. Многие продавцы с удовольствием рассказывали нам о своем товаре. Есть такие, кто долгие годы занимается в данной сфере, а есть и те, кто реализует свою продукцию. Это молодежная мода, это суперсовременные, их практически нету ни в одном магазине. Ни по Москве, ни в Подмосковье вы такого плана не найдете вещи. Вот это все шерсть натуральная, отстегивающиеся капюшоны, все фабричный полностью товар. И вся обувь Испания, она разноцветная, черный цвет всем надоедает. А посмотрите, какой ассортимент кожаной обуви, посмотрите, какие цвета. Это я делаю сама, собираю с уральских самоцветов различные украшения. Делаю подвески, сочиняю модели, рисую ткань. На ярмарке широко представлена детская одежда и обувь, постельные принадлежности, нижнее белье. Зная спрос покупателей, хозяева палаток везут необходимые размеры и модели. Меня заинтересовала эта, казалось бы, совершенно не женская палатка. Вот такая замечательная афганка, мне кажется, будет любой девушке к лицу. Ярмарка будет работать до конца текущей недели. Спешите приобрести товары недорого и качественно. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.